конкурс дети читают стихи. Вероника Барсукова, 5 лет. Дивногорск. Стихотворение называется «День Победы», автор Юлия Тимофеева. День Победы — праздник всей страны, и спасибо мы сказать должны тем, кто Родину отважно спас, сохранив свободу, мир для нас. День Победы. Каждый солдат очень поздравлением будет рад. В небе майском вновь салют гремит, праздничным фонтаном ввысь летит.